Вот что я забыла, самое главное вам сказать, дорогие мои друзья, что я забыла вас поздравить с Новым годом. Я хочу вам пожелать, чтобы в новом году вас окружало такое слово и качество, как изобилие. Чтобы, если вам чего-то не хватает в жизни, или вы о чем-то мечтаете, чтобы это пришло к вам. Если вы хотите исполнить какие-то свои желания, чтобы вы нашли время, силы и эмоции это исполнить. Самое главное, крепкого всем здоровья и исполняйте свои мечты, потому что это все реально. Все в ваших силах. Я вас верю. Спасибо, что вы со мной. Всех с Новым годом и с наступающим Рождеством!